Кажется, только слепой не заметил переполненных мусорных контейнеров, портящих внешний вид во всем районе. Все выходные видновчане и жители остальных поселений муниципалитета наблюдали такую картину. Контейнерные площадки, заваленные отходами, к началу новой рабочей недели стали издавать неприятный запах. В соцсетях разгорались горячие обсуждения, каждый пытался выяснить причину сложившейся ситуации, а к нам в редакцию начали приходить видео очевидцев. Ситуация отвратительная, на мой взгляд, потому что так не должно быть. ЖКХ куда смотрит, непонятно. Во вторник на улицах стала появляться техника, а пресс-служба администрации Ленинского района сообщила, что причина мусорного коллапса – перебой в поставке топлива, и в двухдневный срок все контейнерные площадки будут очищены. Сейчас обстановка действительно улучшается, но в городе по-прежнему остаются места, где мусор продолжает накапливаться. Я живу на Строительной, 17, там до сих пор они такие. Ну вот я мусор сейчас утром поставила рядом просто. Просто некуда ставить и все. Информацию о перебоях с поставкой топлива подтвердили и сотрудники «Экотрансвидное». В ближайшие дни обещали устранить проблему с вывозом отходов. Не успеваем, потому что очень большой район, в принципе, и везде сразу убрать нельзя за два дня, вот эти вот, которые навалили, тем более выходные. На сегодняшний день поставщика топлива мусоровывозящая компания сменила, поэтому есть все шансы, что подобная ситуация не повторится. И уборка мусора будет производиться по установленному графику. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.